Имя Шерзата Булата, подростка, которого хладнокровно убили в Талгаре, на устах у многих казахстанцев. Трагедия потрясла страну. Юноша скончался на глазах у родителей. Насколько безопасно наше общество? Кого защищает полиция? И на чьей стороне закон? Эти и другие вопросы звучали не только в домах казахстанцев, но и в парламенте страны. Свой запрос мажилисмен Нартай Сарсенгалиев адресовал главе МВД, Генеральной прокуратуре и министру просвещения. Депутат акцентировал внимание на том, что среди молодежи участились случаи жестокости, да и работа правоохранительных органов вызывает вопросы. Отец Шерзада в видеообращении говорит, что следствие затягивается, что их семью, которая и так потеряла сына, вызывают ночью на допросы. Позже в МВД заявили, что взяли дело под личный контроль, и это пугает общество. Неужели для того, чтобы наказать преступника и добиться справедливости, нужно делать видеообращение и ждать, пока министр возьмет дело под личный контроль? Почему местные правоохранители сразу не выясняют все подробности дела и не проводят справедливое расследование? О резонансном убийстве говорили и в Сенате. Депутат Дархан Кадырали считает, что причина таких происшествий – это системные проблемы, которые накопились в обществе. Масс-медиа, включая популярные сериалы, способствуют распространению агрессии и жестокости. Игры, которые широко распространяются через социальные сети, формируют восприятие молодежи. Также нельзя игнорировать такие причины, как недостаточное внимание родителей к воспитанию, конфликты и травмы в семьях, а также неспособность образовательных учреждений предложить модели социализации молодежи. Напомню, что трагедия, всколыхнувшая общественность, произошла в ночь на 4 октября. Конфликт начался в магазине семьи погибшего Шерзата. Со слов родных погибшего, Шерзату нанесли ножевые ранения, били и пинали. Он скончался в больнице. Также пострадали и его дядя, который пытался защитить своего племянника. Бывший первый заместитель главы МВД и действующий депутат Сената Марат Кужаев поделился своим мнением о том, должен ли суд над убийцами 16-летнего подростка быть открытым. По поводу открытого суда это решит сам суд. В обществе эту тему активно обсуждают. Одни говорят, что нужен открытый процесс, другие этого не хотят и полагают, что это может превратиться в театр. На мой взгляд, иногда такие сложные, волнующие общество проблемы нужно рассматривать открыто. Полиция задержала 7 человек, хотя очевидцы и родные погибшего Шерзата утверждают, что нападавших было больше. Теперь правоохранители проверяют причастность других к этому громкому делу.